And that's how the French do it. Это раздел имущества по-беловски. Вот. Ровно половина, 1/2. Половиночка. А пристава, говорят, не поделите. Ничего сложного. О, ничего сложного. Да, представляете? Способные мы. Да, конечно, так посмотрите. Не разводитесь никогда с разделом. Да, брачный контракт. Да. Тут главное чмом не быть, остальное все.